На конкурс дети читают стихи. А Никольчук Генриетта, 7 лет. Детский сад номер 43, город Кинешма. Стихотворение собственного сочинения «Зима». Снова в гости к нам пришла раскрасавица зима, но в гостях не засиделась, сразу же взялась за дело. Миг сугробы намела, что призвилась детвора, а продолжить чудеса зима отправилась в леса, побелила лапы елем, сосны пухом обнесла, а кусточки и пенечки щедро и не раздала. Уработала зима, отдохнуть под куст легла. Ей метели пели песни, ветер косы заплетал, а мороз лютой трескучий зиму на ноги поднял и к реке ее погнал. Там работа закипела, чтоб вода заледенела, и хрустальные края превратились в берега. Будем зиму удивлять, зиму будем провожать.